В Мьянме официально вступил в должность новый президент страны. Вин Мьин принес клятву перед парламентариями. Именно законодательное собрание выбирает главу государства. Новый президент считается близким соратником Аун Сан Су Чжи, которую называют фактическим лидером Мьянмы. Должность президента по большей части несет церемониальные функции. Тем не менее, наблюдатели отмечают тот факт, что Вин Мьин стал уже вторым после своего предшественника гражданским главой государства, не из числа кадровых военных.